бордюры подсыпали ничем. Нет, их отсыпят щебнем. Отсыпят, да? Конечно, да, да, да. Иначе хорошо развалится. Да, развалится, потому что у каждого машина подъезжает все. Вот. А так дорога у нас никогда такой не было, и мы очень рады все. Когда сделали ее, и дети, и взрослые, все ходят, гуляют вечером. В общем, очень довольны. Спасибо. Хорошо, спасибо так вам. Так что сделайте нам на взлет. Обязательно, обязательно. В плане есть. Дорога на улице Первомайской в селе Верхнее Мячково уже давно нуждалась в капитальном ремонте. Работы здесь выполнены в рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья». Качество дорожного полотна оценил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Проверяем. Все благодарят, говорят спасибо. Ну, говорят, давайте сделаем нам и там-то, и там-то. Ну, и туда дойдем обязательно. Ну, а эта дорога, она идет в рамках госпрограммы «Дорога Подмосковья». Деньги на нее выделен бюджетом Московской области, подавляющая сумма. Ну и немножко софинансирование со стороны Раменского городского округа. Угу. То есть за счет бюджета Московской области вот такие дороги активно строятся сейчас, особенно вот сентябрь, конец сентября, октябрь. Как раз вот подводятся уже итоги, и программа она начинает немножко уже заканчиваться, потому что вся она выполнена. Подрядная организация полностью заменила дорожное полотно общим объемом более 6 тысяч квадратных метров. Жители остались довольны. Ну, во-первых, ямы были. Вот около моего дома мы сколько раз и землей засыпали, были ямы. И когда больше грузы проходили, дом аж трясся. А сейчас очень даже спокойно и тихо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а как долго не ремонтировали здесь дорогу? Да, да, это первый раз. Нормально все дорога, нормальная дорога. Все. Вот, все. Отлично. В прошлом году, я говорю, вот сделали, мне заасфальтировали все. Сейчас у церкви все. Ну, так в общем, следят за порядком. Да, нет, Костя у нас молодец. Дай бог ему здоровья. Гарантийный срок ремонта 5 лет. Но Владимир Жук уверен, что новое асфальтовое покрытие прослужит гораздо дольше. Андрей Пластунов, Ольга Скрябина и Игорь Чернышов для программы «Городские вести».